Every time, listen my commands. When I say stop, stop any action. Protect yourself every time. I want a clean fight. Shake hands. Go back. Judge, time. Fight. Round one. Итак, первый раунд. Саид Магомедов. Он боксирует в белых перчатках против Стефана Иремия. Break. Саид Магомедов с прекрасной любительской школой кикбоксинга. Сейчас хорошо Иремия попадает по туловищу. Но еще раз напоминаю, Саид Магомедов еще молодой парень. Достаточно у него профи, все впереди. Великолепная техника ударов ногами. У Саида это не только удары с разворота, которым он, одним из которых он нокаутировал румынского спортсмена. Очень быстрые, легкие ноги. Break! Step back! И вот та самая вертушка, мною буквально рекламированная и обещанная, пожалуйста, но пока мимо. Продолжает работать по корпусу достаточно хорошо, так жестко, плотно прикладывает Стефан Иремия. Неплохой удар под опорную ногу. Пять ударов сразу, и распахивающий в исполнении Саида. Fight! Break! Не услышал команду брейк сейчас Иремия, а рефери как-то тоже это проигнорировал. Break! Step back! Саида. Hey, stop! Напомню, что этот поединок проходит в категории до 45 килограммов на ТНА. Саид выступал до 70, но понятно, что молодой парень, еще будет матереть, и я думаю, что будет в конечном счете выступать либо до 70 килограммов, либо даже в полусреднем. No clinch! Don't push! Fight! Хорошо работает ногой левой по разным уровням Саид Магомедов. Stop! Hey! Stop! Listen to me! Fight! Stop! Hey! No clinch! Fight! Хорошо опять поднимает хайкик Саид Магомедов. Многовато ударов туловища он пропускает, могут они сказаться, если поединок затянется. Могут повлиять на функционал кола Саида, но мы видим, попал ногой в корпус разворота уже и Саид. Молодец. Стоп! Эй! Stop! Hey! No clinch! Fight! Stop! Hey! Stop! Да, ну и также хочется сказать о том, что Саид Магомедов в турнире ТНА победил не кого-нибудь, а очень также титулованного бойца Муай-Тай Алексея Ульянова. Но там, знаете как, это самое решение, оно вызвало много очень споров и раздоров. Да, и кто-то говорит о том, что Алексей Ульянов выиграл, говорит, что Саид Магомедов победил. Мне показалось, что в том поединке победу одержал именно Алексей Ульянов. Но судьи решили иначе. Round two. Второй раунд. Саид Магомедов и Стефан Иремия. Хорошо Саид проверяет защиту соперника хайкиком. Здорово под опорную ногу Саид пробивает, и сам не устоял. Стоп!
Клинч, don't push. По корпусу опять и хорошо, колено в голову здесь поднимает Саид Магомедов, попал. Жаль, что недостаточно жестко. Левый боковой жесткий наносил Стефан Ремье, но Саид среагировал на это техническое действие, не позволил себе атаковать. И сейчас рефери делает внушение Стефану Ремье за захват ноги. Готовит вертушку Саид Магомедов, это заметно. Он услышал сигнал своего угла. Но интересно только, какую вертушку готовит Саид. В голову не проходит, а вот в туловище несколько раз заходило у Саида Магомедова, поэтому я думаю, что почему бы и нет. С правой ноги в область печени пяткой вполне могло бы пройти. Колено в прыжке, и тут же опять колено в корпус, в печень. Молодец, Саид. Мимо. No clinch, break, stop, fight. Опять колено в корпус проходит у Саида Магомедова. Но что касается Стефана Ремье, очень много клинча стало. Очень много. Конечно, динамика поединка от этого падает. И он становится менее зрелищным. Но что поделать? Вот она, вертушка. Правой на скачке сбоку. Мы видим, как гнет нашего спортсмена Стефана Ремея. Вот так вот накладывает ему перчатки на лицо. Смотрите, уже держит корпус Стефана Ремея, не позволяя Саиду Магомедову работать коленями. Слушай на рефери. Видим, что рефери довольно неплохо изъясняется на великом и могучем. Но это мы уже слышали с вами. Неплохой хайкик от Саида Магомедова. Очень жаль, что такой техничный парень, как Саид Магомедов, вынужден принимать правила игры соперника. Вот такие, да, грязный бой, очень много клинча, много захватов. И этот самый клинч, он довольно энергозатратный. Кстати, Саид Магомедов приезжал на турнир ТНА в составе команды Tough Guy Team. Tough Guy Team – это промоушен, который организовал Давид Зильберман. Хотелось бы сказать несколько слов в адрес этого специалиста, который и промоутирует, и тренирует бойцов, и приводит их на различные турниры. Третий раунд этого вязкого, очень такого тягучего поединка. Саид Магомедов против представителя Румынии Стефана Иремия. Хайкик не проходит, к большому сожалению, Саида. Вот опять, да, вот опять Стефан Иремия навязывает нашему бойцу этот клинч. Именно он является инициатором этой возни, я на 100% уверен. У Саида Магомедова масса других преимуществ и масса других козырей, которыми, в общем-то, обычно и пользуются. No dirty, dirty boxing, you understand me? Don't make a joke here. Joke. Fight. Stop! Hey! Fight! Хороший удар опять с разворота в исполнении Саида Магомедова. Stop! Fight! Так, и вертушечка уже в голову пошла. Стоп!
попадает справа неплохо достаточно стоит Магомедов. Минута 20 до завершения этого поединка. Теперь же вертушки не проходят, но злоупотреблять вот этими ударами с разворота, конечно же, не стоит. Потому что на долю секунды вы можете оказаться спиной к своему сопернику, и там уже, конечно, могут быть различные варианты, так скажем. Stop! Hey! Listen to me every time. Don't press. Fight! Снова удался за ворота, теперь уже практически из клинча в исполнении Саида Магомедова. 30 секунд. Ну вот опять, да, посмотрите, что делает Реме. Прихватывает шею, голову Саида Магомедова, как будто это бои смешанного стиля. Да, к сожалению, впечатление от этого поединка несколько подпорчено, но не Саида Магомедова в том вина отнюдь. Инициатором вот этой возни, вот этой борьбы, конечно же, является Реме. К огромному сожалению. Но что поделаешь? Приходится принимать такие правила игры, приходится боксировать в таких условиях. Очень интересно, что скажут судьи на все это. Как бы хотелось, чтобы Саид Магомедов одержал победу. Ladies and gentlemen, we have a winner by split decision to the white corner. Make some noise for the artist Saeed. По счастью, Саид Магомедов все-таки одерживает победу в этом противостоянии, с чем мы и поздравляем. Поздравляем его, поздравляем Саратов. Отлично.